Россия вольная, страна раздольная, ты верой славишься и добротой. Страна богатая, всегда с загадкою, и защищал тебя твой люд простой. Россия, родина моя, трудна судьбинушка твоя, обманута душой больна, как свет над миром ты одна. Но станет вновь честным народ, и русских песен хоровод услышит милая земля, воспрянут реки и поля. На самом деле такой правитель, как Лада Русь, был предсказан многими прозорливцами: и Ванга, и Авель, и Нострадамус, и даже наш современник Павел Глоба указывали на приход к власти совершенно нового человека. Нострадамус предсказывал, что в начале 21 века появится лидер, великая дама, которая создаст новое учение. Она со своим учением о святости будет вызывать у чиновников и правителей раздражение и ненависть. Она никогда не отступит и вскоре установит всемирную монархию с центром в Руси. Монах Ранье Нейро еще в 14 веке точно указывал место, где появится этот человек, который приведет мир к Золотому веку. Из Тартарии, то есть России, придет спасение человечества. На берегах Волги родится человек с новой религией, учением, который победит религию сатаны. Ванга тоже предсказывала, что будет много президентов, и ничего хорошего не будет в России. Но только придет женщина, и только она спасет, и народ объединится. Писатель Сергей Алексеев в книге «Утоли мои печали». Грядет новая эпоха России, когда страну возглавит земная и необыкновенная женщина. Путь прихода к власти новой монархини России, как ни странно, произойдет по Конституции. Ее поддержит простой народ. Второе послание сонарецких старцев о первом государем и великим князем Третьего Рима России. Не быть ни царю, ни боярину, ни мужу вельможину. Истинно речем вам, быть жене царицею и владычицею, взошедшей непорочную, яко пречистая Богородица. Писатель и астролог Павел Глоба. На арену должен выйти новый лидер, способный провести в стране реформы, которых в ней не было десятки лет. Она предсказана, но народ в массе своей не понимает, что нужно скорее хвататься за соломинку. Это, по сути, единственный выход – пойти за своим лидером, делать все, чтобы она смогла возглавить народ. Мы этого не осознаем. А вот система власти прекрасно понимает, что если о Ладе Русь узнает большинство, то им уже не усидеть на насиженных местах. Они кладут все силы на то, чтобы люди не узнали правды о Ладе Русь, выпуская клеветнические передачи, запугивая людей или просто замалчивая ее имя. Поэтому система власти создает эту глупую иллюзию выбора и подставляют каких-то похожих персон, чуть ли не копируя имена, образы, программы и действия с Лады Русь. Поэтому из официальных источников вы никогда не услышите, что она именно тот человек, который способен вытащить страну из окончательного кризиса, потому что любит родину и свой народ.